Всем доброго дня, друзья! Сегодня я буду сажать на рассаду томаты. Покажу и расскажу, какие это будут сорта, какие я буду выбрала для выращивания в этом сезоне 2023 года. И покажу, как я это делаю. Значит, я приготовила сначала вот такие контейнеры, микропарнички. В них я буду выращивать сначала рассаду, а потом ее распикирую уже в постоянные контейнеры, ну, ящички это у меня будут, в которые до высадки в грунт у меня будут развиваться дальше томатики. Итак, грунт я, как всегда, беру Terra Vita, живая земля. Так, в контейнеры насыпала и увлажнила. Пока у нас земелька напитывается, я вам расскажу, какие я выбрала сорта. Так, первый сорт — это сахарная бомба от золотой сотки Алтая. Очень крупные должны быть вкусные томаты. Еще ни разу не выращивала, проверим. Так, следующий томат — это томатная паста, тоже новинка от золотой сотки Алтая. До 300 грамм томаты, ранний сорт. Но даже можно и вырастить до 600 грамм. В общем, такие классные показатели: раннеспелость и крупноплодность. Проверять будем. Дальше, как всегда, я выращивать люблю свой любимый золотой Кенигсберг. Это сибирский сад у нас. Очень вкусный томат. Кто любит желтые томаты, необычайно вкусный. Кто еще не пробовал, обязательно посадите. Так, решила, тут у меня чисто любопытство такое, что за томат вырастет. Томат бананчик, такие необыкновенно какая-то форма, длинненькая. Ну, как мы знаем, был, по-моему, у партнера, банановые ноги назывался томат. А вот это вот бананчик, это элиты, вот и проверим. Посажу всего немножечко. Как всегда, мой фаворит — это Фаворита от Агрос. Это томаты черри, довольно дорогой гибрид, где-то будет на рознице стоить больше 300 рублей, там 5 семечек, но постоянно его сажаю, потому что люблю за раннеспелость, прям колоссально ранний гибрид, очень урожайный, весь усыпан, устойчивый к болезням, к неблагоприятным условиям, в общем, супер томат черри, всегда его сажаем. И любим лакомиться им. И еще один томат новый для себя буду сажать в этом году. Когда ездили в агрофирму Агрос в этом году на день поля, в теплицах были, там я попробовала вот этот томат. Гибриды у Агроса мне нравятся очень, которые я раньше пробовала. Но все равно вкус такой у гибрида пресноватый. Нет выраженной кислинки, сладинки. Так вот, вот этот томат Pink Ivy мне понравился за то, что у него все-таки такие яркие вкусовые качества. И кислинка была, и сладинка. И при том, что это гибрид, хорошо лежащий. Так, товарное качество очень внешне хорошее. Масса 240 грамм. Так, средне-ранний гибрид. И не растрескивается. Можно вот, кто на продажу выращивает, вот отлично этот томат. Так, все, получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. Три сорта я посажу в один микропарник, три сорта у меня будет в другом микропарнике. Все, конечно, подпишем. Так, здесь вот так вот я переверну. У меня все влажно уже, хорошо налито. Так, это мы вот сгруппируем вот так. А вот посажу в этот микропарник три таких томата. Вот. Так, Pink Ivy у меня всего здесь 5 штук, поэтому вопрос о том, что... Так. Ножнички сразу посадим. Так, я еще раз повторюсь для тех, кто меня уже неоднократно смотрел. Семена я не
заглубляю далеко. Так, посмотрите, вот какие семечки тут небольшие. Раз, два, три, четыре, пять. Правильно все. Так, хорошо бы для тех, у кого зрение не очень, положить белый лист бумаги. На него высыпаем и затем очень удобно с листика брать и сажать. Так, ну а я так на ощупь. Я сначала намечу такие отверстия. Раз, два, три, четыре, пять. И просто брошу туда семечки в эти отверстия. И не буду закапывать, закрывать грунтиком. Просто посею и все. И затем я их сбрызну сверху, чтобы семечки у нас все-таки намокли. Так, вот такие у меня отверстия получились. Давайте посмотрим. Вот они. Глубоковато. Можно даже просто семена разложить поверх. Сейчас я попробую разложить. И просто как бы утопить семечко. Так, бананчик я тоже буду сажать не в большом количестве. Мне много такого сорта не нужно, чисто ради любопытства. Потому что еще и обещает сорт быть высокоурожайный, с крупными плодами оригинальной формы. Высокое растение будет 180 сантиметров, масса до 200 грамм. Так что 20 штук здесь в пакете. И мы также посеем штук 5. Остальное оставим, может, на следующий сезон. Если нам понравится, мы еще можем посадить в следующем году. Если не понравится, то с кем-то можно кому-то отдать. Ну или уже все утилизируем. Тоже семена мелкие здесь. Очень меленькие такие семена. Как у черри томата. Можно чуть больше посадить семян. Вдруг какое-то семечко не взойдет. Но опять же, потом мы жалеем убрать лишние растения. Ну, хотя сейчас всегда можно с кем-то поделиться. Можно с кем-то поделиться. И у кого бывает, что-то случается на работе, у кого-то какой-то ЧП, кто-то перевернет, у кого-то кошки перевернут. И всегда вот так вот мы делимся друг с другом. Так, все, это мы тоже завернули. Томаты я обязательно дату посадки записываю. У нас сегодня 18 марта. Обязательно запишем. 18.03.23 год. Так, вести статистику. Так, и обязательно я подпишу сорта, чтобы мне потом наблюдение вести. Так, здесь у нас банан. Так, а здесь будет фаворита. Ой, это что я? Это я пинг-айди посадила. А здесь пинг-айди. Пинг-айди. Я думала, это я почему-то подумала, что это я фаворит уже посеяла. Так, ну и вот посередине между этими томатами буду по штук 50, нет, ладно, штук 30 мне нужно корешков вот этого томата. Потому что гнездок я очень, в прошлом году очень много его выращивала. А мы и наморозили, и наелись вдоволь так просто, потому что очень вкусный томат для свежего потребление в салатах просто очень вкусный. Потом до холодов он у нас был. Ну, конечно, начинается поливать,
В прошлом году томаты у нас болели, были холодные ливни, и ботва быстро пожухла у многих. Надеюсь, в этом сезоне у нас будет получше с этим. Так. Так. Рядками сажаю. Так. Так. Очень будет интересно, вкусно. А мы здесь их всех посажу сейчас все их, потому что тут их не так уж и много. Вот один пакет здесь достаточно будет у него. Можно было даже маленько пореже, я как-то не рассчитала посадку. Здесь еще чуть-чуть есть. Можно и не ровными рядками, а так. Сажаем. Вот этого будет томат у нас побольше. Так, все, и утапливаем. Посадили, и теперь я вот так каждую семечку чик-чик-чик-чик-чик все утоплю. Затем я сбрызну сверху пульверизатором. И не крышкой сначала буду закрывать, вот этой не крышечкой, а накрою, сначала поставлю в целлофановый пакет, чтобы как бы конденсат лучше, все равно здесь зазорчики между крышечкой и микропарником будут, и не будет такого прям полного парникового эффекта. А когда мы в мешочек, то хороший парниковый эффект, и быстро все очень всходит. Вот посмотрите, перчики как уже взошли, но они, я вчера целлофан сняла и уже накрыла крышку. Вот так пока под крышкой у меня будет, потому что еще не все взошли. Нужна влага, чтобы была, так как у меня не углублены семечки, чтобы влага сохранялась. Поэтому я микропарник накрываю прозрачной крышкой пока. Ну а как все зайдут, подсыплю земельки, уже открыто поставлю. Открою крышку, уже будет открыто расти до пикировки. Ставим всегда в теплое место. Все любит тепло. Так, подписываю Кёнигсберг. Здесь я тоже подпишу. Так, 18.03. Все подписала. Теперь у нас следующее. Все очень быстро мы сажаем. Следующие у нас кандидаты. Это Фаворита. Паста томатная и сахарная бомба будет. Так, у Фавориты здесь тоже у нас 5 семян. Мы сейчас с ними быстренько расправимся. Фавориты — это высокий томат, индетерминантный. Но в открытом грунте у меня где-то он, ну, может с меня ростом вырасти, если хорошую... У меня арматура такая металлическая в качестве опоры. Ну а затем уже, когда он начинает выше расти, я уже тогда, ну, как плеть заворачиваю, или можно прищипнуть, чтобы выше не рос. Вообще так очень высокое растение. Теплица так вообще необычайно высокая и урожайная. Прям до самых холодов будет плодоносить этот томат. Можно тоже заморозить, затем приготовить зимой. Вообще мы без замороженных томатов уже который год не можем, потому что очень уже привыкли к заморозке, тем более что мамочка моя постоянно использует в приготовлении, я как-то ленюсь их использовать. Но иногда вот овощные смеси на сковороде,
тоже добавляем, просто напополам режу томаты и в морозилочку. Потом достаешь под водичкой, шкурка быстро слезла под воздействием воды. И все, и уже кладем, борщи кидаем. Так, фаворита. Фаворита. Так, мы все здесь подписали. Сейчас на пакетике напишу дату, чтобы нам наблюдение вести, да? Так, паста томатная пошла у нас. Масса 0,05 грамма здесь должно быть. Так, где у меня листик белый? Вот он. Сейчас мы так вот разрежем. Невероятно мясистые вкусные плоды. Прекрасно дозариваются. Это паста томатная. Семечки должны быть. Ну, семечки тоже небольшие такие. Так, все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, девятнадцать. А зачем я все достала? Не знаю. Ладно. Штук 10 посажу, наверное. Хватит мне. Так, у нас 18.03.23. Хотя сейчас посмотрим. Посажу все. Потом еще своим коллегам раздам. Пусть тоже проверяют, сажают, изучают. Вот сейчас на листик положила, и гораздо легче делать посадочку. Карандашиком подправить удобно можно. Так, не лепить. То я леплю тут близко к подружке. Три. Четыре. Этот томат тоже можно будет хорошо заморозить. Я уверена, и очень вкусный будет. Так что будем выращивать. Так, все. Посадила. Сейчас маленько его разровняю. И утопим. Я, возможно, очень долго снимаю. Кто не любит долгие видео смотреть, может выключать, переключаться, не смотреть нудятину, как мне иногда пишут в комментариях добрые люди. Вот. Просто можно порелаксировать под посадку. Это же такой ритуал с землей, с семенами. Мы даем новую жизнь. Может, у кого-то тревожное настроение, что-то хочется успокаивающего посмотреть, заряжающего на жизнь. Вот можно такое видео с моей посадкой посмотреть, и у вас обязательно будет все хорошо. Так, теперь следующий томат. Сахарная бомба у нас будет. Очень урожайный, крупный, вкусный салат. До 2 килограмма может вырасти. Это будет еще один томат. Все, и мы на нем закончим посадки. Так, здесь вот такой пакетик с семенами. Сейчас мы это вскроем. Так, сейчас сразу подпишу. Все, потом это все сохраняю, пакеты. И наблюдаю. Вообще всегда люблю выращивать. Так, сахарная бомба. Ага. Много разных сортов, поэтому мне где-то штук 6, наверное, по 5 сортов. Все, потому что хочется попробовать, изучить, сделать выводы. Но всегда есть определенные сорта, которые с года в год сажаем. Вот эти вот попробуем сорта крупноплодные, может быть, и они станут для нас
постоянными на нашей грядке. Так, здесь не так много, мы тоже, наверное, все их посадим. Так, на листик сейчас высыплю, сам процесс медленно, надо подвинуться мне. Так, ну, давайте выходите вы тоже два. Я вас все равно там не оставлю. Что ж, хоть пропадать, что ли? Ну вот, здесь не так уж много. Вот все семечки. И сейчас мы быстренько. Ну, эти уже покрупнее семена. Так. Быстренько, быстренько. И рассадим. Получится 6 сортов. Обязательно нужно будет не забыть при пикировке все подписать. Ну, обычно я не забываю потом высадить в грунт и наблюдать уже. Вот, грунт хорошо увлажнен был. И вот сейчас я кладу семечки в землю. И они сразу начинают напитываться влагой. Как я это вижу, это меняется цвет. Ворсинки на семечке так расправляются. Так, пришлось прерваться. Так, Иван тут прибежал ко мне, сын. Вот как всегда, когда снимаешь какое-то видео, всем все что-то надо срочно спросить, зайти. Так, все, я утопила все семена, теперь убираю, так, все у меня подписано, теперь в целлофан и прям в теплое место, можно на такую теплую батарейку, но если только она у вас не горячая. Все, на батарейку ставим, проверяем, через пару дней достаем, уже должны будут появиться первые наплюнувшиеся семена, и можно будет уже вот такую крышечку надеть. Ну вот, на сегодня все. Я вам показала процесс посадки томатов на рассаду. Спасибо, что были со мной. Спасибо вам за теплые комментарии. Если вам нравится мое видео, ставьте, пожалуйста, мне лайки. Это меня мотивирует и продвигает в дальнейшем. Спасибо большое и до встречи!